Всем привет! Был такой запрос на общий расклад. Посмотреть мотивацию человека. Ну, чтобы больше количество людей смогли себе внести какую-то ясность в ситуацию. Это может быть мотивация любая совершенно. И близкого партнера, или там коллеги, либо родственника какого-то. То есть можете загадать совершенно любого человека. И вот на четырех картах мы посмотрим, какая у него сейчас мотивация. Почему эта редиска так поступает? Что стоит за этим? Что он скрывает? Первая. Вторая. Третья. И четвертая карта. Почему он так поступает? Так, восьмерочка жезлов, он просто спешит, ему сложно себя удержать, ему хочется себя проявить и охватить как можно большее пространство в своем проявлении, человек не сдержанный. И ну, поэтому вот его сейчас просто рвет, поэтому от него идет такая реакция. Как можно больше людей охватить, как можно большую реакцию на других людей произвести, как можно больше получить обратный ответ от людей, которые он хочет сейчас. Вот, знаете, это раздражает, обстреливает, вот, обзванивает. Не может он себе никак это удержать, и обязательно ему нужна обратная реакция от своих действий. Ну, не умеет, не сдержанный человек, не умеет он сохранять что-то в тайне, и поэтому вот у него сейчас такое вот действие происходит. Спешит, торопится, не может стоять на месте, не может все взять, и вот прям, знаете, фигра здесь, фигра там, и вот его просто рвет на части, поэтому он так себя ведет. Не умеет сдерживать, не умеет хранить тайны, не умеет сидеть на месте, не умеет подождать, потерпеть, дождаться какого-то более благоприятного момента. Нет у него такой способности, нет у него такой интуиции. Вторая карта, почему он себя так ведет? Потому что вреденная, вреденная. И вот настоящая редиска, потому что принцесса мечей, ну, а ей хочется докопаться до человека, хочется что-то доказать. Не потому, что вот разбирается человек в вопросе, а просто из вредности поковыряться, да, вот ставить свои 5 копеек, что вот он тоже умеет, тоже, либо она тоже знает, что он такой умный, знающий. Ну, как бы, знаете, особого такого интеллектуального ресурса за этим пока еще не стоит. Хочется казаться как большой человек, хочется быть уже как взрослый, умный такой интеллектуальный персонаж, но нету еще, вот, гонор есть, да, стремление есть, поспорить, поругаться там, вот, вывести на конфликт человека, но за этим особо ничего не стоит. Пока вот человек не умеет планировать себя, нет у него недостаточно еще опыта, ресурса, как интеллектуального, так и эмоционального интеллекта не хватает. Но вот повредить, подокапываться, вот, поковырять, да, раздражать других людей, вот, просто из вредности, потому что он такой вредный, да, он такой противный. Поэтому так себя ведет. Почему так себя ведет? Да, перегрузился человек, устал, вот реально много на себя взвалил, как переоценил свои возможности, да, то есть думал, что справится, а нет, вот что-то тяжко, да, думал, что получится, а вот что-то вот коленочки-то и дрожат. И поэтому, может быть, человек отмораживается, да, просто из-за физической усталости. Взвалил на себя много, да, вот это либо отношение, там, знаете, как чемодан без ручки, тащишь, бросить никак не можешь, потому что ввязался вот в эту ситуацию, ввязался в эту авантюру, либо вот какую-то там взаимосвязь с каким-то другим человеком, либо партнером, и не может никак сейчас от этого избавиться. Приходится тащиться до конца, поэтому вот в этом-то и главная причина, почему он себя так ведет сейчас. Потому что человек навел справочки, то есть про все проанализировал, там с буквой закона сравнил, возможно, даже юриста пригласил, там сходил на консультацию, да, то есть почитал правильные книжки, статьи, вот. То есть с точки зрения там подкованности человека и владения именно информацией, все в порядке, то есть человек хорошо изучил эту ситуацию, подготовился, да, поэтому готов махать шашкой. Ну, махать шашкой как? То есть он знает, куда уколоть, чтобы было реально больно, да, то есть если пойдет наступать, то бошку действительно отрубит, поэтому у человека огромная сейчас самоуверенность, и за этим стоит действительно хорошая подготовка, хорошие ресурсы, да, и то есть тут как бы надо бояться, потому что за человеком всегда что-то есть, либо какие-то крутые специалисты, которые в этом вопросе его уже хорошенько подготовили, либо сам человек там, ну, углубился в вопрос, и сейчас как бы он знает, как действовать. Есть план, есть стратегия, он обязательно добьется своего.